Друзья, всем привет. Range Rover у нас со стоечками продырявленный стоит. Range Rover заказали неоригинальную стоечку. У нас такой Supercharged. Патроновскую стоечку заказали. Сейчас посмотрим. Парни уже старую разобрали. Пойдем посмотрим, что они там перебирают. Так. Вот она, старая стойка. Пропускает она, короче, между опорником. Вот из этой щели пропускает. Сам рукав целый. Стойка после ремонта взяли, за ремонт 15 рубасов взяли. Стойку купили вот такую. Это новый комплект, да, разобрал? Да. Что творится, нахуй? Ебаро. Это на низ, да, кольца? Ну да, вот это нижнее, получается, вот два. Вот это стоит, остальные вот эти. Макс, опробка, блядь, здесь. Макс. Слышь, посмотри, здесь есть еще эти новые. Новые стали? Вот они. Новые? Все, так это как раз. Здесь тоже новые. Снимаем он, тогда. Ты видел, как он стоял? Вот так, что это же верхний, широкой частью вверх. Так. Так. Так, у нас что там внутри? Внутри нифига и нету. А что, поршень пластиковый здесь получается? Да. Очень пластиковый. Не доставили. Так, поставили новые колечки. Они подожди. Наборные. Вот так она стоит. Вообще-то она стоит вот так. Она вот так стояла, да. Жоп. Может, вот так это вот не стояла. Оригинальная? Посмотрим, может, ее, она не угандоша, наверное. По высоте посмотри. Она меньше. Она меньше? Может, она поработала маленько. Отбойник же. Ну, да пофигу какой. Оба разобрали. Маленькие кольца. Вася. А где они? Они вот же? Они. Вот наборные тоже лежат. Че? Кольца давай оденем. Эти? Ты же их вот отсюда снял. А, да. Да. Белые давай. Сначала пластмассы, как и внизу, скорее всего, нахуй идут. Белые, а? Потом вот это. И давай еще одну, черную и белую. А и нету смазки в комплекте? Эти резинки смазывать. Я им еще обычной смазкой помажу. Подожди. Что за смазка? Любую смазку дай. О! В аптеке, блин. Одевается вот эти мусо. Надо его вытянуть, наверное, его да, было? Надо было вытащить, а я уже там носилки одел. Просил. Это потому что Олег, блядь, всё. Макс, я в Лаву уехал. А? В Лаву уехал. Кто? Вала. Уехал. Не
не знаю. Во, во. Это второй, который спрашивает сегодня, когда вы уехали. Во, во. Чик. Нашел? Ее надо, да, полностью вытащенную, бля, насовывать. Маленькую пиздюшку, куда мы ее положили? Какая-то от звездочка, помнишь? Звезда-то шайба. Она, в принципе, уже не нужна, да. А, она еще не залезла. Она еще не зашла, бля. Чего-то, бля, найдем и такой добрый такие стоят. И как ее? Бля, может ее собрать и накачать, она зайдет нахуй. Можно и так. Во. Во. Она зашла. Она. А сколько их там рублей, конечно? Все, это начинаю. Вот это теперь. Новый вот это. Да. Какой стороной она лежала, не помнишь? Так. Потом у нас есть еще. Потом вот. Вот две штуки. Это что, блядь, по размеру, бля, одна шире, бля. Одна шире? Вот, вот, вот это, да, широкая. Вообще-то это. Да, он на котел отвезет. Вот это так. Да. Вот это так. Че, пистолет у меня? Стойка собрана. Блогеры, да, подошли, подбежали к стойку. Воткнули. Пока они кулак не прикручивали. Ну да. Смотрите, как охуенно, да? Ну что тут с этой? А вот это, бля, который сейчас новый сарын, это вообще круглешок машины. Правильно? Да. Да, вообще, блядь, там есть паза, да. Видишь, через там... него датчик в стойку заходит. Через него датчик тоже 4 ляма, блядь, пазы. Стоит. Ясно. Так. Вон она какая легенькая, да? Угу. Я тебе не мешаю? Ничего страшного. Хуй. Что мне делать? Ехай в сервис. Приехал в сервис, они будут... Друзья, стойка уже на месте, собрана, установлена. Новый рукав полностью. Осталось колесо поставить. Вот, и будем проверять. Короче, все нормально, быстренько поднялось, работает потихонечку. 5-литровый суперчарджер, 510 лошадей всего-навсего. И вот теперь тут у нее китайская подушка патрон стоит. Друзья, на этом всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего.